Ну, я уж не знаю про себя, но меня до седых волос преследует просто мысль, что я не тем занимаюсь. Вот, и это, по-моему, насколько я понимаю, это мысль нормального все-таки человека. Вы не тем человека. Занимаетесь по жизни? Вы имеете в виду свою работу в качестве сценариста? Да, я должен был быть или футболистом, я очень любил футбол. Ага. Или же музыкантом. Я очень люблю до сих пор музыку. Я все время... А на чем вы музицировали? Вы меня троллите? Нет, сейчас я пытаюсь Нет, понять. Я не троллю. Я абсолютно... Ну, не весь, конечно, как на ладони, не весь, как на духу, это было бы враньем. Но кое-что на духу и кое-что на ладони. На чем вы музицировали? Ну, я музицировал на гитаре и фортепиано. Угу. Я вообще хотел быть музыкантом. Я хотел быть таким отпетым рокером, вот, естественно, песенником. Вот. И у меня была своя группа Perpetuum Mobile, когда еще здесь ничего не пахло. Ничем не пахло. Вообще? Да, вообще ничем не пахло. Пахло только виниловыми пластинками по 50 рублей, которые иногда битловскими из Танзов к нам попадали. Вот, я вот этим хотел быть. А в 72-м году я понял, что вообще не вытанцовывается, что нету никаких основ в русской жизни для рок-культуры. Ну, советской, на самом деле, жизни. Русско-советская, да, советско-русская, да, жизнь. Я продал гитару за 50 рублей самостроенную, со струнами от рояля, это была бас-гитара, это удивительно. Да, и здесь все поперли, и Аракс, и Високосное лето. И стал писать, и тем самым освободил дорогу, Аракс-то... Бог с ними. А, ну, Високосник, Машина времени. А вот Борис Гребенщиков, вот я слушаю до сих пор его записи, испытываю такую светлую зависть, что все-таки молодец мужик. Я не буду сейчас давать, значит, оценки его песням, но он молодец, он социально, он социализировался как рок-музыкант не, ну, в стране, знаете, где, в общем, традиции рок-культуры нет. В неритмичной стране, как он сам сказал. Трудно быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Он молодец. Да. Я вот думаю, зачем я писатель? Я, собственно говоря, писатель от того, что футболист и музыкант из меня не получился. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».